Паршватанасана, сильный прогиб над одной ногой. Встаньте в Тадасану. Сложите руки в обратном намасте, заведя руки за спину и стараясь вытянуть их как можно выше между лопатками. Поднимите вверх ребра и ключицы, пока плечи не станут квадратными. Отведите плечи назад и соедините ладони вместе, растягивая пальцы вверх. Сдавите локти вместе, расправляя плечи и ключицы, не опуская ребра и ключицы. Опустите лопатки вниз и вберите их в спину. Если это положение намасте слишком сложно, то просто держите локти или запястья за спиной, не складывая их намасте. Теперь вдохните и расставьте ноги на 105-120 сантиметров. Разверните правую ногу на 90 градусов, передняя пятка пусть смотрит в центр прогиба задней ноги. Поставьте таз перпендикулярно правой ноге, поворачивая левое бедро вперед, а правое отводя назад. Растяните правую ногу и протяните левую ногу назад и вниз, зафиксировав пятку. Сожмите ягодицы и тяните переднюю часть торса вверх, прогибаясь назад в верхней части спины. Отведите голову назад и посмотрите вверх. Продолжая держать подбородок и грудь поднятыми, на выдохе нагнитесь вперед над правой ногой. Нажав ступнями, равно растяните обе ягодицы назад и вверх, чтобы таз оставался ровным и квадратным впереди. Затем прижмите бедренные кости к тазу и поверните левые ребра к верхней части правой груди, чтобы торс был более центрирован над правой ногой. Поднимите локти, расправьте грудь и направьте лопатки к пояснице. От ягодицы растяните туловище и опустите подбородок на голень, поддерживая ноги прямыми, на вдохе поднимитесь. Руки должны оставаться в обратном намасте. Повернитесь к центру, а затем разверните стопы в другую сторону. Поверните правую ногу внутрь, глубоко, а левую ногу на 90 градусов. Поворачивайте правое бедро вперед, а левое назад, чтобы выровнять таз. Растягиваясь к вытянутой правой пятке, напрягите ягодицы и поднимите переднюю часть таза. Опустите копчик глубоко вниз и растяните спину вверх, чтобы согнуть верхнюю часть спины. Прогнитесь и посмотрите вверх. Не опуская подбородка и груди, на выдохе протянитесь вперед над левой ногой. Нажав стопами, отведите верхние части бедер назад. Равно растяните обе ягодицы вверх и назад, чтобы выровнять таз. Чтобы лучше выровнять торс над левой ногой, нажмите правой пяткой и поверните правую сторону ребер в сторону верхней груди. Поднимите локти, расправьте грудь и сведите лопатки в верхней части спины. Ровно растяните обе стороны торса вперед от таза. Наконец, растяните от ягодиц голень и ногу. Не сгибая ног, на вдохе поднимитесь. На выдохе повернитесь к центру. Поставьте стопы параллельно и в прыжке поставьте ноги вместе. Опустите руки по швам. Если в этой позе сложно держать равновесие, или вы хотите лучше управлять бедрами, поставьте руки на пол по обе стороны передней ноги. Если руки и ноги не сгибаются, то поместите руки на опору или на стул. В йоге мы хотим полностью раскрыть и расширить сознание тела. Однако равновесие и гибкость основаны на силе и стабильности. Это одна из причин, почему мы так прилежно работаем над мышцами в связке с костями в различных позах, особенно стоящих.